Так исторически сложилось, что группа «Горчица», которая раньше пела, она сейчас ушла в небольшой анабиоз, как мне кажется. И мы с барабанщиком Артемом Угодниковым, с которым познакомились в этой группе, мы с ним решили играть вдвоем. У нас за целый год насобиралось очень много идей, и вот, наконец-то, пришло то время, и получилась такая очень благодатная почва для того, чтобы мы вместе могли играть то, что нам хочется играть, чтобы я пела свои песни, чтобы мы играли на инструментах. То есть это будет дуэт двух мультиинструменталистов, получается, потому что Тёма и барабанщик, и на сэмплере играет, и он же нам помогает делать аранжировки. И я играю на клавишах, тоже на маленьком сэмплере. Еще у меня есть один красивый аналоговый синтезатор, который я очень люблю. В общем, это будет хаос-музыка, достаточно минималистичная, но достаточно мощная для того, чтобы качать танцполы. В ближайшее время мы выпустим наш первый сингл, и на него мы сняли клип, который должен просто, не знаю, свести с ума людей, которые любят хорошую картинку, крутые декорации, сумасшедшие постановки и хорошую музыку. Вот. Также мы хотим до конца года выпустить EP, 4 трека наших. Вот. Мы уже практически закончили над ним работу, нужно там немножечко там доделать некоторые песни, и будем играть, радовать слух меломанов. Просто ваш журнал о красоте, да? О красоте рук, о красоте вообще. Но мне кажется, что самое главное, чтобы красота была внутри. И неважно, какой формы у тебя ногти, какой они длины, что с твоими руками. Главное то, что ты ими делаешь, и то, что ты чувствуешь по отношению к окружающему миру. Я играю на фортепиано. У меня ногти никогда не были суперкрасивыми, ну, кроме сегодня. Мне в школе говорили о том, что это некрасивые ногти, но это не помешало мне сняться для вас на обложке. Как-то так.